Уважаемые коллеги и гости сегодняшней конференции, поздравляю вас с открытием 11-й Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика современной стоматологии», посвященной 40-летию образования кафедры стоматологии детского возраста Иркутского государственного медицинского университета. Считаю, что данная конференция, организованная Ассоциацией стоматологов Иркутской области и проводимая при поддержке Стоматологической ассоциации России и Иркутского государственного медицинского университета, является значимым образовательным и научно-практическим событием для всего стоматологического сообщества Сибирского федерального округа и позволяет объединить наши усилия по обмену опытом и профессиональному общению, так необходимому в настоящих сложных с эпидемиологической точки зрения условиях. Огромное спасибо всем глубоко уважаемым коллегам, предоставившим свои доклады на нашу конференцию. Особую благодарность хочется выразить признанным лекторам, профессионалам своего дела, уважаемым доктору медицинских наук профессору Пинелису Иосифу Семеновичу, доктору медицинских наук профессору Ушницкому Иннокентию Дмитриевичу, доктору медицинских наук профессору Галонскому Владиславу Геннадьевичу, доктору медицинских наук профессору Токмаковой Светлане Ивановне, кандидату медицинских наук доценту Петровой Александре Моисеевне, кандидату медицинских наук доценту Кукушкину Вячеславу Леонидовичу, кандидату медицинских наук доценту Соболевой Наталье Николаевне, уважаемым коллегам из Бурятской стоматологической ассоциации и их содокладчикам за то, что откликнулись на наше приглашение и приняли участие в конференции. В течение 40 лет сотрудники кафедры стоматологии детского возраста Иркутского государственного медицинского университета проводят теоретическую и практическую подготовку в рамках высшего профессионального образования студентов, а также и постдипломного образования врачей и ординаторов по специальностям стоматология детская, ортодонтия и последние 5 лет по стоматологии общей практики. Я бы хотела отметить важность и необходимость данного мероприятия, которое заключается в обмене передовым опытом и знанием в сфере оказания стоматологической помощи. И рада видеть всех на конференции неординарного, дистанционного формата в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Данный формат позволит нам прослушать заявленные доклады не только стоматологов города Иркутска и Иркутской области, но и наших коллег из Красноярска, Забайкальского края, городов Улан-Удэ и Читы, Республики Саха, Якутия и Алтайского края. Надеюсь, что материалы конференции станут новой точкой роста в практической работе всех врачей-стоматологов, принявших участие в этой конференции, а также будут опорой и в рамках планируемых научных изысканий. Сотрудники кафедры стоматологии детского возраста Иркутского государственного медицинского университета выражают искреннюю признательность всему организационному комитету конференции и в особенности президенту АСИА Макренко Евгению Владимировичу и пасс-президенту Ассоциации стоматологов Иркутской области профессору Гайдаровой Татьяне Андреевне за то, что они в такой неблагоприятный период с точки зрения эпидобстановки смогли собрать столь представительную команду лекторов из различных городов России за поддержку и признание достойной работы нашей кафедры. Всем участникам конференции я хочу пожелать познавательного просмотра материалов конференции. Всего вам доброго!